вручаем вам ваш первый семейный документ. Это свидетельство о заключении брака. Берегите его, берегите семью и будьте счастливы. А также принимайте поздравления от губернатора Омской области. Поздравляем от души. Свидетельство не ламинируйте, признаюсь, тогда недействительным. Поэтому файлики его храните либо в специальной книжечке. И документы ваши не забывайте. Поздравляю вас тоже. Всего доброго. Долгие лет жизни вам. И вам спасибо тоже огромное. Спасибо, всего доброго.